Такс. Что у нас вообще по заданиям? О, господи. Все уже забыла. Заданием у нас... А, ну теперь надо сдать это задание, получается. Теперь надо его сдать. Туда вернуться, вспомнить бы. По мосту надо пройти, наверное, точно. Да, после казуальных игр в такую игру очень сложно играть. Особенно, когда долго еще не играла. Сейчас увлеклась этим Lost Ark'ом, этим Lord of the Fallen'ом. И Lord of the Fallen, конечно, не казуальная игра. Даже близко. Там как бы тоже тебе не говорят, куда идти, что делать. Не говорят, просто тонко намекают. Чувак, я термитов того шлепнула. Я их шлепнула. Нет мне покоя. В смысле? Цель задания. Сахарный остров наряду с сахарной. Фонтанцы с инквизицией на востоке острова спала. Не поняла. А я сейчас где? А, так я сделала это задание. Теперь мне надо его сдать, получается. Мне его надо сдать. А кому мне его надо сдать? Я не помню. Я не помню. Думаешь, что ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, только потому, что притащил сахар. Можешь быть тут наверху, но только не суйся в комнату бражника. Если я тебя там застукаю, утоплю в бочке с ромом. Так я там уже была. Давай попробуем украсть. Это того стоило. Хочешь вспомнить старые деньки? Подожди, старые деньки. А как именно гонят ром? Все хотят это знать, и многие пробовали. То было время взрывающихся котлов, с тех пор все стали поосторожнее. Только если ты действительно готов, ты можешь научиться нашему ремеслу. А как мне понять, что я готов? Заплатишь 1000 золотых. Чего? Вот тогда ты готов. Хрена себе, подожди. Хочешь вспомнить старые деньги? 1000 золотых. Обалдел, что ли? У меня, конечно, есть деньги. Но мне жалко. Жалко мне. Наслаждайся. Не сомневайся.
Для хорошего рома нужно терпение и покой. Хорошо. Так, и что у меня, получается, осталось-то из заданий? Оружие титанов. Найти стальную бороду. Карта сокровища Брайана. Блин, вот то Брайан. Зараза. Так, нашествие термитов. А я что, не всех убила, что ли? Ах ты, зараза. Я не всех убила, получается. Ну-ка, подожди. А вот теперь найди их, называется. Термитов этих. А я тогда убила одного, и получается, да? А он теперь все, что ли, не возродится? Это печально. Если не возродится, это очень печально. Может быть, они это... возродятся? Ни одного хотя бы термитика-то. Я же тогда просто нечаянно... Ну, как сказать, я же не знала, что будет задание. Я одного убила. И чё теперь? Всё, что ли? Такое себе. Это не есть хорошо. Дайте мне одного термита. Всего одного. Чё, реально я убила всех, что ли? Это хреново. Это очень хреново. Чё, реально прям всех-всех-всех? Зараза. Из-за этого задания не сдашь. Из-за одного несчастного термита. Офигенно. Вообще офигенно. И в пещере, да, нету? Обидка. Это по-тупому сделано, на самом деле. Мало ли, что я... Тут Брайана. Карта сокровища Брайана. Брайан закопан ты, ну? Ай, болеутоляющий. Где же его взять? Да. Болеутоляющий. Пить может у кого? Вопрос в том, у кого? Ой. А у бражника только ром, да? У кого-то, может, можно купить? У тебя нет этого болеутоляющего? За того человека, который принес нам сахар. А вот и обещанное золото. Спасибо за ром. Так что с ромом для стальной бороды? А что с ромом для стальной бороды? Сахар у нас есть, вода тоже. Со мной тоже проблем нет. Можешь ему передать, что я готов вести переговоры о цене. Мне нужно больше, Рома. Так, может, у него есть это... А во, у него есть болеутоляющее. Давайте купим. Только... Сколько оно стоит? 150, нафига. Пока одно куплю. Так. Ну, давай попробуем у этого карту. Давай пить. Так, блин, это мне надо мышкой желательно. Ну ладно, давай. В
вперед, давай пить на карту. Ха-ха! Ты ждешь, не дождешься проиграть, а? Вперед! Дерьмо! Молодец! Я выиграла. Гони эту карту. Карту гони. Я выиграл. Давай карту. Черт возьми, я теряю хватку. Ну, слово есть слово. Вот карта. Спасибо. И мою ставку не забудь. А, ну да. Ну что ж, если ты золота. Так же хорошо дерешься, как и пьешь, тебе будут рады на борту. Окей. Пока оставлю. Жемчужина. Золото пока оставляю. Золотой скипетр. Это просто продать. Блюдо. Вот два идола, которые мы нашли. Это тоже забирай. Рецепт кровавой мэри. Так, нам надо еще раковину открыть. Раковину открыть. Ой. Ой. Ой, ой, я запуталась я. Так, раковина. Здесь брать нечего, тут брать нечего. Окей. А вот еще светящийся шар я ему не продала. Покажи мне свой товар. Тебе нужна амуниция. Нет, мне надо продать тебе. Так. Серпик, не знаю, он нужен вообще? Давайте продадим. Так, жемчужину забирай, светящийся шар забирай. У меня уже почти 5000, кстати, я богатенькая. Я прям богатей. Так, что за амулет? Попробуем его одеть, если получится. А, во, амулет, да? Давайте его оденем. Он дает броню плюс 5, нормально. Так, мне бы купить на самом деле... на самом деле... какие-нибудь сапожки. У тебя нет сапожек? Покажи мне свой товар. Так... Что у тебя из сапожек есть? Старые ботинки. Что-то фуфло какое-то. Старые полусапоги. Прочная кожа, броня. Что-то тоже какое-то фуфло.
А, пока мы, в принципе, так справляемся. Попробовать украсть давай. Ну, я не настолько хорош. А, зараза. Ладно. Ладно. Так, где же это место? Как туда попасть, вот вопрос. Ну, это как по морю, что ли? По морю. Как я по морю попаду? Как-то по краю. По краешку пройти. Сейчас попробую. Правда, я опять в темноту пошла. Ну, это как всегда. Что у меня ни пуль, нифига нету. Вообще. Так вот это, наверное, место, да? Здесь что-то отображается. Ну да, это оно, походу. Совсем близко оказалось. Я думала, где-то далеко. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, что там есть. Изумруд. Золото 800. Нормально, золотой кубок. Неплохо. Неплохо, так неплохо. Ну, сейчас вернемся, как раз продадим. Не знаю, я пока что так буду бегать. Что-то я ничего путнего там из одежды не наблюдал. Это только если, может быть, сбегать к тому, в этому, на первоначальном-то. Первоначальном месте, там, как его там называют-то, господи. Так. Покажи мне свой товар. Тебе нужна амуниция. Так, а вот у него пули, кстати, продаются. Давай купим у него пули. Всего-то 100 монеток. Так, продать. Барахло. Изумруд. Изумруд это барахло, нормально. Золото не знаю, пока не продаю. Вот это продам. Я вообще богачка теперь. Так-с. Ну давайте... Да, отстань. Я сейчас перемещусь вот сюда. К тому чуваку схожу, может, у него что-то путнее. Правда, ночь на дворе. И мне опять негде будет поспать. Бедняга я, бедняга. Даже поспать негде. Дайте где-нибудь поспать, серьезно. А там вот место не освободилось, кстати. Здесь, может быть, поспать? Можно я тут посплю, а? Блин, тут рабы все заняли. Много. Идите мне отсюда, дайте поспать мне. Офигевший. Остерегайся гнева предков. Окей. Зараза. Этому человеку даже поспать негде, ну серьезно. А у тебя что-нибудь есть из снаряжения? Покажи мне вещи. Старая рубашка, офигенно. Ты прямо богач. Блин, а здесь нигде не поспать. Хреново, хреново. А где еще было? Может здесь? У тебя где-нибудь тут поспать можно, чувак? Во. Ты думаешь, я ослеп? Ну, поспать-то у тебя можно. Я же ничего не ворую. Все, что надо, я у тебя уже своровала. Так что... Только без глупостей. Да я без глупостей, я просто поспала. Отстань от меня. Так, ладно.
возвращаемся. Где этот мэр или как там его? Толстый такой чувак. У него что-то путнее было вроде бы. Давайте глянем. Я еще недостаточно хорош. А, ну да. Покажи мне, что у тебя есть. Ну да. Ой, что я сделала? Что я купила? Что я купила? Блин, я что-то купила. А что я купила? Шелковую рубашку? Нахрена? Забирай ее обратно, не нужна она мне. А, так, мне бы... Тапочки. Так, прочная кожа. Броня. Хорошие ботинки. Причем кожа 3, краснобай плюс 3. Не, ну вот эти аристократические можно взять, кстати. Ну а то что я совсем хожу голопопая? Так, ладно. Инвентарь. Кстати, и на голову у меня ничего нету. А, блин, я если стану потом этим пиратом, я же пиратская одену. Ну ладно, хотя бы не это. Не голоногая хожу. Так, теперь вот эти бабки можно, в принципе, куда-то потратить. Что-нибудь прокачать. Прокачать взлом замков. И что-нибудь еще. А, еще посмотреть. Я хотела персонаж. Где-нибудь, что-нибудь есть. Могу прокачать? Как бы могу, но, блин, я не знаю. Так, давайте сначала к Ларго сходим. Где он там? Воровство и вот это вот фигню. Научи меня лучше воровать. Прокачивать. Запросто, если заплатишь. Так. Воровать еще лучше. Так, подожди, а взлом замков у кого? Блин, ловкость 5 надо. Может, подожди-ка. Потом закончим. А взлом замков-то у кого прокачивается? Вот у этого, наверное, который обезьянкой торгует. Обезьянку я что-то не знаю, не хочу. Так, покажи мне свои. Покажи трюки. Мне свои приемы. Какие? Так, как приручить мартышку. Как использовать попугаев. Блин, а у кого? У кого этот слом замков-то изучался? Я не помню. Я думала, это у Ларго изучается. Так, ну мне по-любому надо ловкость прокачать, чтобы воровство-то улучшить. За 4000. Обалдеть. Ёшки-матрёшки. Блин, у кого же это? Я позаботился о доставке припасов. Парень, а котелок-то у тебя варит. Если бы я был капитаном, я бы тебя взял. Но поскольку я не ношу бороды, тебе сначала придется доказать, что ты на что-то способен. Все. Блин, у кого же это? Или это не прокачивается? Научи меня драться. Тоже как бы, блин, надо, по идее. Научи меня драться. Чем могу помочь? Контратакам, опасные атаки. Блин, на все это денег не хватит. Саблю. Пока ничего не буду. Как насчет тренировочного? Не-не-не-не.
рождаются. Мне бы еще одного термита. Всего одного. Где-то когда-то... Где-то на выходе из этой вот... Из пиратского логова. Кажется. Если я не ошибаюсь. Где-то я там тогда убивала термитов. Ну, если нет, значит нет. Бог с ним. Потом, может быть, можно же будет сюда вернуться. В любом случае. Я буду следить. Окей, следи, молодец. Красавчик вообще. Если кабаны возрождаются, так может и термиты возрождают. Где-то вот тут, помнится, я убивала. Может быть, я ошибаюсь. Они, видите, не все герои эти, не все мобы возрождаются. Да, вот здесь были, но они... Они не респаются, к сожалению. Некоторые кабаны, вот я замечала, что они возрождаются. Еще какие-то. Вот термиты, походу, нет. Это печально, я вам скажу. Это печально. Сейчас я еще раз вот сюда схожу на всякий пожарный. И тогда уже с чистой душой, как говорится, тогда уже пойду к стальной бороде. Как вот так вот одного термита? Ну, серьезно. Фиакка. Давай эти сутки прошли, там новые термитики. Пусть народятся. Жалко вам, что ли, одного термита, на самом деле. Всего одного термита мне надо. Как-то. Как так я могла лохануться, а? Нет, нифига тут нет. Нифига они не возродились. Это печально. Это очень-очень печально. Может быть, день когда-нибудь я еще встречу. Все. Ладно, фиг с вами. Так, ладно. Возвращаемся, идем к стальной бороде. Все, хватит уже. Булки мять, как говорится. Все, пора. Пора. Дочка! Петти, наконец-то! Ты старый пердун! Ну, послушай! Ты меня бросил? Я оставил тебе целый мешок золота! Ты оставил мешок золота и думал, что можешь просто так смотаться? Знаешь, куда ты можешь засунуть этот мешок? Меня позвало море! Так же, как и в тот раз! Ты снова хочешь меня оставить? Да что ты за отец такой? Отец, у которого много врагов. Послушай, я не могу подвергать тебя опасности. И поэтому ты оставляешь меня одну? Хочешь, чтобы я стала уличной девкой, да? Ну ладно, возможно, ты права. Хочешь отправиться со мной? Что скажешь? Ты серьезно? Конечно, хочу. Ну ладно, тогда добро пожаловать на борт. А это что за тип? Что за тряпку ты себе выбрала? Я думала, он сможет к тебе наняться. Это все еще решаю я сам. Он хоть что-то умеет? Да. Эй, хватит обо мне говорить, как будто меня тут нет. Закрой рот. Закрой рот. Если он докажет, что стоит чего-то как пират, так и быть, я возьму его. Только не вздумай ему помогать. Если твой друг хочет идти с нами, он должен принести клятву. Почему только он? Я тоже клянусь. Через мой труп, девочка. Не искушай меня, старик. Моя дочь не... Так, а что мне надо сделать? Я буду лучшим пиратом, чем большинство. Ха, ты, значит, подкатил к моей дочурке? Это ваше дело. Но ты здесь точно не для того, чтобы грабить суда Инквизиции. Выкладывай, чего ты хочешь? Я ищу оружие против Кракена. Вот как? А что ты собираешься с ним делать? Я убью эту тварь. Ха, хорошо сказано. Но гарпун титанов — это не только оружие против Кракена. Ему по зубам сама Мара. Он и правда существует? Квест выполнен — найти стальную бороду. Мара? Что ты знаешь о Маре? Чего я только о ней не знаю.
Она одна из лордов Титанов. Подчиняет своей воле людей, делает их рабами. И тот, у кого сейчас гарпун, служит ей. Не сомневайся, что она попробует его защитить. Понимаю. Что ты знаешь о гарпуне Титанов? Знаю, у кого он и где его найти. Этого хватит? Только учти, что отнять гарпун будет совсем непросто. Если хочешь отправиться со мной, мне нужно знать, на что ты способен. Про тебя говорят, что ты проклят. Да, а про могучего морского змея в моих штанах ничего не говорят. Ну так ты проклят или нет? Могучего змея? Если да, ты что, со мной в море не выйдешь? Мне нужно это оружие. И я найду его, даже если для этого надо выйти в море с проклятым. Даже если и на тебя ляжет проклятие? Да, я проклят. И проклят всякий, кто плавает на моем корабле. Все еще хочешь пойти со мной? У меня есть выбор. А у меня есть выбор. Просто хочется знать, на что я иду. Это я тебе скажу. Мара повесит нам на шею всех морских выродков. Но мы не дадим ей убить нас просто так. А почему Мара хочет нас убить? Всякий, кто не ее слуга, ее враг. А врагов она истребляет. И когда ты успел стать ее врагом? Когда решил не становиться ее слугой. Значит, ты уже встречался с ней? Мой мальчик, ты задаешь много вопросов. Брось эту привычку, если собираешься плавать со мной. Кто такой капитан Гарсия? Впечатлением. Я еще поторгуюсь с бражником о цене. Я нашел сокровище Пита. Ха, хорошо, значит, умеешь ориентироваться по карте? Ну не особо. Я нашел сокровище у Брайана. Гораздо больше впечатляет, что ты смог выманить у него карту. Ты терпеливый. Мне это нравится. Есть немного. Я ограбил руины. Это не самая хорошая затея, парень. Тот, кто крадет сокровища, вызывает на себя гнев предков-туземцев. Ничего, справлюсь. Ну как, возьмешь меня на борт? Бери уже. Так, дай-ка подумаю. То, что ты нравишься моей дочери, еще не делает тебя пиратом. Ты смотришь опасностям в глаза,
Потом это дело с Хэнком. Освободил Ларго. Сокровище Пита. Сокровище О'Брайена. Ты сразился с утопшим. Ограбил руины. Не забудь про Ром. Конечно. Ром. Что теперь? Моя дочь права. С тобой можно иметь дело. Ну, слава богу. Осталось только принести клятву. Ну, давай. Пират. Наконец-то. В чем мне поклясться? Каждый, кто ходит на моем корабле, приносит кровавую клятву пирата. Ты становишься частью команды. Мы плаваем и деремся вместе. Нет пути назад. И выйти из игры нельзя. Только после смерти. Как делится добыча? Каждый получает свою долю. Хотя и не намереваюсь грабить суда. Мы же собираемся за оружием, уже забыл? Что я буду делать на борту? Хороший вопрос. Будешь помогать там, где будет нужно. Паруса поднять, палубу надраить, все, что скажут. Куда отправимся? Мы пойдем к берегу меча на Арборее. Ворон, этот проклятый пес, отправился туда, и оружие, которое ты ищешь, у него. Принесешь клятву, я позову парней на борт, и сразу отправимся. Так что, если тебе еще надо поболтать с кем-то, делай это сейчас. А, типа, мы все больше есть. Не вернемся. Готов принести клятву? Кто этот ворон? Мрачный ублюдок и отличный моряк, но прежде всего мрачный ублюдок. Я плавал с ним, но теперь он подчинился Маре. Что он делает на берегу меча? Ничего хорошего, это уж точно. Добровольно он нам оружие не отдаст, поэтому нам придется с ним драться, ясно? Да. Ну давай, приносим клятву. А что нам? Я приношу клятву. Термита я тогда уже не найду. Снимай свои шмотки. О. Парень показал, на что он способен. Но он еще не один из нас. Нафига я покупала ботинки? Он должен принести кровавую клятву. Думаю, теперь ты в команде, так что слушай капитана и исполняй его приказы. И не стой на пути. Думаю, она меня ненавидит. Да, не такие эти бабы. Не говори. Что скажешь о новеньком? Так, ну что, главный, давайте, малый, наверное, на этом закончим. И люди попроще впечатляли стальную бороду. Продолжим в следующей серии. Старое доброе время.
Могу поспорить. Лола уже по мне скучает. А, не надо. Продолжим в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем до встречи. Пока-пока.